Вижу трючок. 3,55. Не смейся над землей. Масло черного тмина. У нас сегодня очень душный стрим. Для тех, кто на Ютубе и кто не знает, что тут происходит. У нас очень душный философский стрим. И я верю, что масло черного тмина за 4 минуты поможет нам погрузиться во всю эту атмосферу еще. Все в черно-белом, да, у нас? Вот у нас клип был, фильм в черно-белом. Здесь такая заставка, да, у нас, точнее, ковер в черно-белом. Хорошо прям. Produced by DRK9SS. Музыкальный продюсер и звукорежиссер, участник творческого объединения Рок... Русское ВК. Инстаграм, Ютуб, да. Русское, да. Слушаем внимательно. Не смейся над землей. Масло черного тмина. Ну что нам? Текст, вайб, погружение, атмосфера. Нас сегодня, конечно, вряд ли какая-то атмосфера может напугать, потому что мы тут сегодня душнимся по поводу осознания смерти, да? Принятия смерти, осознания смерти и всю такую историю рассуждаем на стримчанском. Ну, я думаю, что масло черного тмина может нам подлить масло в этот огонь. Let's go. Не смейся над землей. Да, ну начало мне уже нравится, да. Не смейся над землей. Отличный вайб. Давайте послушаем вот так, чтобы не спойлерить, просто насладимся. Лишь несколько минут и смейся над землей. Слишком, слишком вернемся домой, да.
Вот все, о чем мы сейчас говорили, поется в этой песне. Да, все, о чем мы только что говорили, поется здесь. Не смейся над землей, под нею спит твой друг. Как песня твоя жизнь, лишь несколько минут. База. Не смейся над землей. Тоже это часть осознания смерти, да? Продолжение. Ты слишком-слишком груб, ты очень-очень пьян. Ты весь из моих рук. Ты вернешься домой, вернешься домой. Да. Не смейся над землей, прими ее цветы. Она взорвется тоже, но позже, чем взорвешься ты. База. Ты вернешься домой. Да. Мрачно, да? Мрачная атмосферка. Нагнетающий так. Пианинка звучит. Какая-то такая, да, блюзовая история. Атмосферная песенка. Ну, пианинка под конец начинает забивать все-таки, вот чуть-чуть. Как будто я бы даже мог слушать его капу вообще без ничего, в принципе, да. То есть просто вот, просто его капу и все, только ее. Фух, да, хорошо, хорошо, хорошо разбивает. Сильная песня. Вот хорошо, да, что есть такие ребята вообще, в принципе, те вот как... Синегдоха Монтог, да, вот режиссер, который снимал песню, клип, так сказать, его, что здесь масло черного тмина. Видите, да, спектр всех эмоций представлен. Всех эмоций. И проблема в том, что люди, они часто закрыты в своем маленьком промежутке. Допустим, те, кому нравится Синегдоха Монтог, они могут говорить, что Рокет – это дерьмо собачье. Те, кто кому нравится Рокет, они могут говорить, что Синегдоха – это дерьмо собачье. Те, кому нравится Моргенштерн, могут сказать, что масса черного тмина – это трэш. Те, кому нравится масса черного тмина. А просто это разные ведь эмоции. Это разные кусочки одной большой жизни. Жизнь разная. Разные грани у нее. Из разных мозаичек она собрана, из всех просто. И в ней есть все. В ней есть как радость, беззаботная, легкая радость. Дурость какая-то, да, какие-то ошибки, какая-то молодость, детство какое-то. Есть ли это? Есть. Или нам что, постоянно думать о смерти, постоянно принимать осознание смерти, тоже как бы лишнее, да. Закрываться от этого полностью, ну, тоже не вариант, как бы это все реальность, да. Вот, и поэтому, соответственно, просто разные грани. Поэтому я всегда выступаю за то, что есть хорошая музыка во всех жанрах. И для мозга, и для тела, для флекса. Да, вот можно послушать, допустим, песню. Вот послушать вот эту песню, к примеру. Вот которую мы только что послушали. «Масло черного тмина», да? «Не смейся над землей». А потом, допустим, взять и врубить вот эту песню, да? Да. И как бы будет очень странный контраст, да? Будет очень странный контраст. Угу. Да. Ну и другое имеет место быть. Очень кайфово. Спасибо. Спасибо Масло за то, что МЧТ, за то, что он есть в целом. Минус вайп. Да норм, бро. Угу. Да, есть песни с мега-крутым текстом, есть песни с кринжовым абсолютно текстом, но насыщенными эмоциями, настоящими, живыми эмоциями, которые заряжают человека на легкость какую-то, даже иногда на глупость, на создание глупости какой-то. Но без глупости нет понимания того, что это глупость, если на то пошло. Главное, чтобы эта глупость не убивала человека, самое важное. Чтобы она давала ему опыт посильный, так сказать. Хорошая песня. Сильная песня, тяжелая песня. Как песня твоя жизнь. Вот я не знаю, тут специфику сведения оценивать как отсутствие его. Или как специфику сведения, да? Как вот это сделать? Давайте оценим, конечно, трючок.
Вы тоже можете его оценить, вы знаете, да, зайти на сайт, пооценивать его. Теперь это можно сделать. Вот сюда вы можете зайти. Нажать масло, да, например. А, ну сейчас вот он оттупит. Проверяет. И попасть вот сюда. Да, кстати, все песни, да, хотя бы одна оценка есть. Да. Зайти сюда, вот видите, зайти в любую песенку. И сможете оценить это сами. Тут вот есть оценочки, две. Угу. Зрительские оценки тоже у нас теперь есть. Вот они все, комментарии здесь новые абсолютно. Все вот это вот, все. KO уже даже оценили 4 раза. Неплохо, 67 баллов дали. Кайф. Круто. Да. МЧТ, конфликт со скрипом. Ой, даже не хочу эту тему развивать. Люди любят говорить о конфликтах. Так. 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 Нас интересует, что каждый из них может показать как творец музыки, как творец качества. Остальное это их. Их право. Так. Рифмы и образы. Ну, весьма неплохо, конечно. Несмеси над землей, весь на твоей жизни, несмеси над землей, слишком груб. Можно, конечно, больше заложить, и ты вернешься домой. Несмеси над землей, прими цвета, взорвется тоже, но позже, чем взорвешься ты. В целом-то, конечно, good nice. Восьмерочку можно поставить смело. Структура, ритмика. Ну, немного все-таки, да, пианинка, устаешь немного от пианинки. Можно было эмоционального контраста какого-то дать на припеве, может быть. Но хорошо, что вторым куплетом не задушил. Да, я бы поставил 7 где-то. Угу. В рамках жанра. Реализация стиля. Вот я не знаю, здесь на свидос обращать внимание. Не знаю. Справился там хорошо, спел отлично. Все супер. Я поставлю 9. Только лишь потому, что я не могу поставить 10, потому что мне кажется, субъективно все-таки не совсем коррелирует мелодия инструментала с голосом с точки зрения его свидоса. Вот все, что я могу сказать. Наверное, более какое-то живое и грязное фортепиано, может быть, нужно было, чтобы как-то это четче было. Но он спел хорошо. Индивидуальность и харизма. Ну, тут за что занизить сложно, конечно, понять. Актуальный жанр. 1 или 2. Угу. Хорошая песня. Ну, очевидно, да, что с точки зрения жанра, наверное, 1 все-таки. Да. Хранители. Да, да, Зак Снайдер, Хранители. Угу. Неплохо вот эта атмосфера мрачной ночи, дождь. Какая-то потеря, какие-то сигары, такие улыбки, замедленные кадры, флешбеки, какой-то утраты какие-то, да, так взгляды друг на друга. Угу. Что-то такое происходит, да, какая-то такая, город грехов, да, артхаус такой, нуар, может быть, даже что-то, красные губы накрашены, но все остальное черно-белое, да, да, какая-то вуаль, что-то, угу. Хороший образ, сильная песня, ну, значит, трендовость, так было бы вот 75, да, спасибо, это интересно. Это интересное творчество. Gotham Vibe, да. Угу. Спасибо, МЧТ. Молодец. Под вайб стрима захотелось Купол Бабана переслушать почему-то. Да. Макаревич вообще хороший альбом в целом.